Примерно так выглядит речь человека, который не умеет выступать публично. Аудитория его не понимает, не запоминает и после его выступления не меняется. Переговоры, совещания, собеседования, интервью выглядят уныло и бессмысленно. Можно ли это изменить? Конечно. Меня зовут Алексей Марков, я уже более 8 лет профессионально занимаюсь ораторским искусством и обучил более 2000 человек в России и за рубежом. Я научу вас красиво и ярко выступать, структурировать свою речь, говорить своим голосом и получать удовольствие от выступлений. Приходите учиться. Мы вас ждем.